Game. Всем привет, с вами Сергей, вы на канале Биндасов Гейм Квест Рум. Будем с вами сегодня проходить квест. Посмотрим, насколько все это будет интересно. Фонаря нету, белый свет. Сюда что ли надо идти или что? Уточка. А зачем уточка? А зачем нам уточка? Ну ладно, пусть будет уточка. Раз, два, три, четыре, пять. А! И что это? Давайте в одну комнату пойдем. Я, как и большинство обычных людей, жил обычной жизнью. У меня была жена и двое прекрасных детей. У нас был небольшой, но уютный дом. Мы мечтали завести собаку. На день рождения моей младшей дочери мы приехали в приют для животных и взяли щенка. Мы назвали его Максом. По дороге домой начался сильный дождь, жена предложила остановиться в кафе и переждать его, но я хотел побыстрее вернуться домой, так как по телевизору должен был начаться футбольный матч. Если бы я послушал жену, мы бы не попали в аварию, но теперь моя семья находится в морге. Я начал сильно пить, пропил дом и просто жил на улицу. На улице. Дни пролетали как в тумане. Последнее, что я помню, это как меня куда-то тащили два здоровенных мужика. И это больница доктора Билла Фитча. Здесь годами ставили эксперименты над людьми. Ваш друг из этого здания умер прошлой ночью. Не так давно вы с ним планировали побег. Руководство больницы уже знает о побеге. Это может быть ваша последняя ночь. Нельзя терять ни минуты. Ну ни хера себе тут разворот. Да поворот. Опа. О! Вилка. Вилка есть. Блин, ни фонаря нет, ничего нет. А сидеть нельзя. Прыгать можно. Прыгать можно. Так. Вау! Что-то сломали. Так, а здесь ничего нету? Картины, что-нибудь такое. Не, нету. Ладно, погнали. Закрыть нельзя. Так, дело номер 43. В больницу доктора Билла Фитча поступил бездомный мужчина. Его нашли лежащим на тротуаре без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его поместили на третий этаж больницы в палату 300. И каждый день давали новый экспериментальный препарат, который должен был помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Но через две недели он начал задыхаться. Было принято решение прекратить давать ему это лекарство. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, и ему остались считанные дни. Дело номер 20. ML Part 40, Call Dart 53. Исследовать действия различных ядов. Яды тайно добавлялись в пищу участников экспериментов. Пациент 1 умер в результате отравления. Пациент 2 медленно передают смерти, чтобы провести вскрытие. Нормально тут девки пляшут-то, однако, а? Эта дверь оснащена магнитом замков. Ее можно открыть с помощью ключа карты или замыканием чего-то. Я понял, понял. Все они закрыты. И все, нам кранты. Эта дверь заперта. Блять, эта дверь заперта. Фонарик, мне нужен фонарик. Так, все двери закрыты. Да ядрить колотить. И куда идти? Опа! Опачки-чики. А фонарик есть? Да закройся ты! Ничего нет. Ничего. Все очень темно, так все очень прям. Ключ. А ключ от чего? Чтобы открыть эту дверь. Что? Необходимо снять замок. Ну ладно. Че, фонарика реально нет, да? 307. Оля, ну где фонарик-то? Ядрить колотить. Пойдем. Так, у нас есть ключ какой-то. 307-я комната. Тут дверь заперта. 308-я. Какая, блядь. Ни хрена не видно.
337. Вы почти рядом. 302? Подожди, это от моей, что ли, двери? Где 37-я-то? Алло! Да ну вас нахер. Не знаю я где. Сейчас на... Оп, фонарик! Не треть колотить. С фонариком-то намного проще, блин, найти. 300-я. 301-я. 302-я. 303-я. 305-я. Вот это что ли? Вот он, 37-я. Ну... Ключ-карта. Алло! Сука. Ладно. Ключ-карта пока не действует. Походу надо... А, ну походу надо включить. Открыть замки, что ли? Так, здесь пусто. Здесь пусто. 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 303-я. А, 308-я. Почему 303-я? Таблетки, таблетки. Все пусто. Так, оставим ящики. Сука. А-а-а. Ядрень, как здесь страшно! Свет-то везде выключили. Где выключили свет? Так, а это можно открыть? Блять. Сука! Нельзя. Кстати, записки не читали. Дело номер 15. Был проведен эксперимент по разработке вакцины против малярии. Пациентом был мужчина 25 лет, Скотт Махер. Его... его заразили малярией с помощью комаров и инъекция экстракта слюнных желез самок комаров. После заражения пациент 15 лечили разными препаратами, чтобы определить их эффективность. В результате такого лечения пациент 15 умер. Эксперименты проводили доктор Карт Пулер. Несмотря на это, опыт имел положительный результат. Сейчас готовится группа из 20 человек для прохождения эксперимента. Дело номер 17. Поступила женщина с тяжелой шизофренией и раком легких. Она утверждает, что видит друзей, которые уже давно умерли. Интересно, что они рассказывают ей вещи, о которых знают только они и их близкие. На следующей неделе ей предстоит операция по удалению одного из легких. Если она выживет, мы начнем давать ей новое лекарство для лечения шизофрении. Дело номер 100. Близнецы Уэлл и Дэвид Патчи, 30 лет. Эксперименты включают в себя введение различных химических веществ в глаза близнецов, чтобы выяснить, можно ли изменить цвет их глаз. Также были попытки сшить близнецов вместе, чтобы искусственно создать сиамских близнецов. Эксперименты и изменения цвета глаз закончились сильной болью, инфекцией глаз и временной, а вскоре и постоянной слепотой. В общем, все очень печально. Так, ну замок такой, да? Этот замок открывается ключом, но его можно сломать, например, трубой. А где труба? Эй, труба! Сейчас с фонариком нам попроще, да? Здесь ничего нет. Таблетки, таблетки, все подъедено. Где труба? Мне нужна труба. Дайте мне трубу. С трубой я могу все. Без трубы я... Опа. Ничего не могу. Нет? Подожди, может труба здесь? Где-то на потолке есть? Тут болтается, но это, я так понимаю, провода, а не трубы. Правильно? Правильно. Это же всего лишь трубы. Так, здесь? Труб нет. Я не знаю, почему я уцепился в трубу. Ну, а мало ли, а может действительно труба нужна? Нет, здесь ничего нету. Здесь тоже ничего такого нету. Труба, мне нужна труба. Дайте мне трубу. Не треть колотить, хочу трубу. Оп. Труба. Побежали ломать замок. Быстрее ломать замок, побежали. Ну, блядь, у меня ж труба есть. Ой, ёпты. Страшно. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А мы что, включили все? Нет. А что мы включили-то? Здесь
здесь ничего нет такого. Чё мы поставили? Зачем мы поставили это все? Как включить этот рубильник? Здесь нет ничего. О! Чё-то подключили. Так, у нас есть 308-я. 308-я. Чё в 308-й? Сразу по потолкам надо смотреть. Вообще надо все смотреть. И чё? И ничего. Потому что здесь дырки на потолках. Мало ли что-то есть. И ничего не вижу. От кровати я тоже ничего не вижу. На кроватях я тоже ничего не вижу. Для чего здесь табуретка? Ничего, просто. Ничего не дает. Так. Ладно, пойдем в 307-ю. 307-ю. Чё в 307-й? Тоже пусто. Тоже пусто. Блин, мне интересно, кто там, а? Кто там кашляет? Вот там, за стенкой. Там за стенкой кто-то кашляет. Блядь, тоже пусто. Ну чё, зачем? Зачем мы зашли в эти комнаты? Сидеть он не может, смотреть он тоже не может. Ой! Ну, непонятно. Но здесь нету, здесь ничего нет. Такого номера ничего нет. Подожди, а может там дверь открылась? Может быть, с помощью замыкания там может дверь это открыть, нет? Нет. Ха-ха-ха-ха, хорошо, а та дверь? А та дверь? Подожди, от чего-то ключ есть? Я понял, что нет ни ключей, ничего. От чего же, от чего-то же есть? Чё за звуки были? Чё за страшные звуки были? Ее можно открыть только ключом или острым предметом. Только ключом или острым предметом. Может быть, здесь какие-то острые предметы? Ну и, блядь, я опять же ничего не вижу. Здесь никаких острых предметов нету. Чё-то ничего нету. Может, в моей комнате что-то есть? Сейчас еще сюда заскочим. Я пока не вижу. Здесь на крыше. Ой, на крыше. Блин, там чисто потолок. Это чисто пол, который нам не нужен. Батареек нет? Че? Может, батареек что-то есть? Блин, так батареи гудят, конечно. Вот это вот тишина, на самом деле, да? Вот если убрать музыку, ну, блядь, это можно сойти с ума, на самом деле. Подожди, острый предмет. Ничего нету. Тут ничего нет такого. Может здесь что-то есть? Помимо еще чего-то? Нету. Острый предмет, блядь. И где мне найти острый предмет? Алло! Есть кто? Где найти острый предмет? Здесь я ничего не видел. Ничего пока нет. Тоже ничего нет такого. Нету. Странно. Бля, я не хочу помощи, подсказку. Я хочу пройти все один и сам. Помощь с подсказкой — это все очень легко и просто. А надо пройти, додумывать этой логики. Я так понимаю, что здесь что-то очень все сложно найти. Острый предмет. Может, кнопочки там нажать, там кнопочку. И все будет. Провода какие-то. Это ерундистика. Здесь нет никаких острых предметов. Вилок, ложек, ничего нету.
Тоже ничего нету. Тоже пусто. Чё, блядь? Охренеть. 301, да? 301. Нормально так. Спрятали-то. 301. Ну давай. 301. Чё в 301? Табурет. Чего? Наверху ничего нет. Опа. Inquest Spirit. Опа. Острый. Острый предмет. Острый предмет. Было-то. Да я тоже немножко в ахере. Поезд проехал, вы прикиньте? Поезд. Больницы. Проехал поезд. Очухивайся давай. Хватит. Восстанавливай силы. Отлично. Какой-то ключ подобрали. Какой-то подобрали ключ. Так, ладно, этот ключ, я так понимаю, от... Петь, я не могу тебя спасти, у меня нету ничего. Дверь я тебе никак не открою. Где я? Что я здесь делаю? Опять потерял сознание. Во всем виноваты таблетки, которые мне дали в больнице. Скорее всего, в больнице уже обнаружили мое исчезновение и ищут меня. Я не могу остановиться на одном месте. Останавливаться. Пора выбираться отсюда. Давай. Давай выбираться отсюда. Собственно говоря... Так, у меня... Опять фонарика нету. Хрена, все закрыто. Для работы телевизора нужны детали. А так все закрыто, ядрить кладите. Радио не работает. Ну и ладно. Блядь, сука, работает, ёбаный в рот. А можете тебя выключить? Выключить? Ты громко. А чё это? Чё это? А туда? На кровать нельзя, что ли? О, можно. Чё тут? Чё тут? Чё тут? Чего? Блядь. Ёбаное радио, блин. Да ну вас нахер, блин. Провод какой-то. Короче, всё на... Ёпта. Нифига там пар. Я ушел. Фонарик-то есть? Ключ. От чего ключ? 4. От какой двери-то ключ? От этой, что ли? Вау! Боже, свет. Что это? Антенна. И все? I can kill you. Что-то там убьет. Я знаю, кто убил что-то. Да дайте мне фонарик, блин. Ну темно же. Ну. Не видно же ни хера. Это легко воспламеняющиеся бревна. Они могут зажечься даже от света. Так что ли? Ядрить колотить. Так, понятно. То, что ни хрена не понятно. Ууу, да будет свет! Чтобы открыть эту дверь, нужен специальный ключ. Хорошо. А фонарик-то где? Дайте мне фонарик, я не могу без фонарика жить. Блять, нет фонарика. Нет фонарика.
О, телек. Хрена не вижу. А! Сидеть на С. Ёп. Два. Восемь, два, четыре. Восемь, два, четыре. Подожди, а фонарик-то реально нету? А, я такой фонарик у меня, да, теперь? Я с такой лампой теперь хожу. Точно ничего нету? Три. Слышь, подруга. Сука, дверь откройте. Кто там? Да, у меня тоже аж потемнело в глазах. Папочка. Она говорит, папочка. Это мама что потеряла, получается. Ва. А можете тебя снять как-то? Алло. Никак не снять, да? Так, здесь ничего нету. Так, погоди, значит... Ты так и будешь висеть, да? В шкафу есть что? Нет ничего в шкафу. Здесь есть что? А на шкафу? Тоже ничего нету. Ядрить, колотить. Так, ладно, хорошо, давайте, значит, разбираться. У нас есть раз, два, три, четыре цифры. Первое. Четыре. Блять, надо это. Записать. Надо записать. Зеркало там было четыре, по-моему. Да, четыре. Сейчас, секундочку. Четыре! Ядрить, колотить. Его Мадрид. За ногу. Первое. Второе, по-моему, три было. Четыре, три. Вторая. А третья где? Что-то я третью не вижу. А, семь. Семь. Правильно, картина получается, да? Четыре это у нас два. Два. Два и восемь, что ли? Восемь, по-моему, на телеке. Да, на телеке восемь. И как крутить? Похуй, так как? Четыре. Три. Семь. Два. Сейчас посмотрим, наверное, пофигу, может быть. А может быть, туда-сюда, туда-сюда. А, пофигу вообще. Ключ подобрали. Блядь, тебя можно снять как-то? Ну, пожалуйста. Давайте тебя снимем. Чё ты висишь-то? Ну? Тебе уже, в принципе, все равно. Ладно, виси. Я пошел. Покинув старый отель, я долго искал убежище. Хотя бы на одну ночь. В подземном переходе я встретил парня, который раздавал листовки. Он рассказал мне о заброшенной церкви, но предупредил, что в ней иногда бывают странные люди. Зайдя в церковь, я нашел матрас, закрыл дверь и лег спать. А теперь я проснулся. А у меня опять нихера нету, ни фонаря, ничего. Можно это взять? О, у меня есть фонарь. Все, отлично.
кисть. А зачем нам кисть? Непонятно. Да, хорошо. Очень тяжелое бревно. Очень тяжелое бревно, нам надо его как-то оттянуть, да? А как это сделать? Ты что я взял? Мастеренка. А еще что-нибудь есть тут? Подожди. Ничего пока не понятно. Ничего не понятно. Как его сдвинуть? Ты что такой слабенький-то? Ну, что там происходит? Нихуя не видно, ну ладно. Так, поднять его с первого раза невозможно, ну. О, тогда, да, я понял, тогда несколько раз. Ё-моё. Чё так светло, бля? Этому скелету не хватает деталей. Руку я отдал ему, да? Голова. Какие-то ноги, чё-то там. Привет! Кс-кс-кс-кс. Мышки-мышки. Кто боится мышей? Туда наверх нельзя? Блядь, туда наверх нельзя. А я бы залез бы. А я бы залез. Давайте искать. Ключ. Возьмись. Так, еще нога. Ой, нога. Еще что-то. Тихо-тихо. Опа. А что здесь? А. Сука, заперто. Так, шестеренка. Шестеренки надо тоже искать, да? Хорошо, давай будем искать шестеренки. Где их найти? Блин, с таким освещением? Ёпта. Блядь, ты кто, блядь, была такая? Ты хоть чем-то оставила мне? Или только я здесь наложил? Дров. А, блядь, нихуя себе. Страшно-то как. Тебе я знал бы, что это такое? Не очень прочная веревка. Как ее? Ножик, что ли, нужен какой-то? Вилка. Ой, ложка. Вилка. Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Ну, подожди, если не очень прочная веревка, значит... Это можно найти. Чем бы это все дело перерезать? О! Ух ты, блядь! Ты чё здесь? Кости. А этих нету, ничего такого. Ладно, пошли обратно. Точнее, туда. Блядь, сука. Хватит. Хватит меня так пугать. У тебя шестеренка есть, слышь, братан? Дай шестеренку. Куда ты смотришь, дай шестеренку. Нахера я сюда пришел-то? Дай что-нибудь, алло. Вообще ничего нет, что ли? Нахера я сюда пришел? Ой, блядь, и сиди здесь один. Не хочешь мне помогать? И хер бы с тобой. Найду без тебя. Как-нибудь. Мышь! Ну-ка, ишь отсюда. Шестеренка. Шестеренка нашлась. А сколько их там нужно, кстати, шестеренок-то? Че, одна получается, что ли? По идее, да, вылет один. Где-то одна. Где-то еще одну надо нарыть.
А, ну он садится, я понял. Автоматически. О, косточку подобрали какую-то. Нормально, нормально так. Давай сразу поставим. Почти все кости собрали. Осталось найти. Там ничего нет. Шерстеню. Шерстеню, да. Осталось найти шерстеню. Здесь мы подобрали ее, по-моему. Да, здесь мы подобрали ее. Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего не было. Я не видел здесь, по крайней мере, их. Ну ладно. И где ее искать? При каком дворе искать? Опа. Нашел. Что это? Костепад? Блять, открыто, закрыто. Петрить, колотить. Костепад, да? Ё-моё, неправда. Череп. Ну-ка. А все мы сложили, нет? Этому скелету не хватает деталей. Каких? Одной вот этой маленькой палочки, что ли? Ой, где тебя искать теперь? Куда ты поупала? Лапа есть у него. Да хорош, там падать-то. Все, я понял. Бля, лапа есть у тебя. Че тебе? Вот эту... Херню какую-то мелкую. Нет нигде. Чё понять бы, да? Чё не хватает, блин? А то деталей не хватает там. Возьмите где-нибудь. Купите. Чё где-то падает? Походу, не до конца да упало, да? Не, ну это не я хожу. Это она сама так что-то падает. Хрустит. Ещё звук неприятный вот этот. Когда ломаются кости. Прям, ой, прям передергивает. Если вас, друзья, тоже передергивает, пишите комментарии. Но пока меня передергивает с этих звуков. Да здесь тоже нихера нету. В углу тоже нихера нету. Да понял, понял я, что не хватает деталей. Но нужно найти какую-то херню. Мышь, что ли, там бегает по костям, ёпта. Там чё? Тут тоже упало, непонятно чё. Ну и где эта штука? Ядрить колотить, маленькая это. Ну, маленькая, вот это же там... Прям костяшка такая должна быть, прям маленькая-маленькая. А ее нету, она куда-то упала, упала, что ли, хер его знает. Мышь. Ебись в тень. Вот такая вот костяшка нужна, вот. Потому что все остальное у него, в принципе, есть. Ну, ноги, руки, ноги. Нет, подожди, есть у него. А чего ему не хватает тогда? Да забедренной части ему не хватает. Ёпта, РСТ, блин. Тазика ему не хватает. И где я тебе найду ее? Забедренную твою часть. Я что-то не видел. А, можешь у этого спиздить? Пойдем у этого спиздим. Тоже ни хрена нету. Слышь, братан! А, братан, дай мне свою забедренную часть. А? Дай. Дай, не дашь? Сука. Сука, мне нужен твой тазик. Бля, он так ползет. Где тазик? Может, здесь это, блядь. Да сука ты, блин. Да нет. Здесь пусто. Главное там не застрять сейчас. А то сейчас застрянем. А, где? Блядь, это рука. Мышь. Говори, куда спиздил-то забедренную часть.
Я еще освещение вот это вот, конечно, вот всегда вот прибивало, блин. В пакетах разорвать пакеты, нет? Мало ли. Собаки на улице или здесь? Наверное, на улице. Непонятно. Так, ну здесь за гробом точно нет, потому что я здесь только этот взял. Забрал. Чайник. Сюда поупадало, нет? Может, сюда что-то поупадало? Это в коробках. Блин, ну нету, это забедренный. Ничего нигде не упал. Ну здесь, здесь и нечем упадать-то. Тут потолок, я так понимаю. А вот здесь уже вот что-то могло быть. Но! Вопрос, где эта штука? Я пока не понимаю. Мышь! Где таз его, блин? Где его таз? Нам нужен таз! Понятно, обойти только так, да? Да ё-моё, ну что это такое, блин? Тазик, тазик, где ж ты, тазик? Время-то идет, время идет. Нет, мне кажется, оно не выпало. Мне кажется, выпало все, кроме тазика. Чего, блядь? Сука, сядь! Как я тебе его возьму, блядь? Оно, вот она! Игра забайтилась. А, вот так вот и хер увидишь-то на самом деле. Нормально они так забайтили, блин. Весело, весело. Пришлось использовать подсказку. Блять. И чё? Я всё сделал. Типа откроется дверь? Типа открылась дверь, нихера себе. Когда я вышел из церкви, несколько человек набросились на меня. Я не разглядел их лиц, но они ударили меня чем-то по голове. И я оказался хер знает где, да? Ебать копать. Ядрить! Колотить. И как это все дело сделать? Блять, опять фонарик, ничего нету. Так, эта доска здесь не просто так. Согласен? И рохля здесь не просто так. Шуруповерт. Лопата? Лопата — это хорошо. О! Хуя себе. Вот это я понимаю. О, какая циркулярка, друзья. Вот взять бы и перерубить прям всех там. Лестница. Good morning, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Смешно, пошутили. Заперто. Опа, дверка. Я думаю, что это можно как-то запустить. Ну, можно как-то, наверное. Только вопрос как? И вообще так темно. Ага. Пройдем? Подожди. Сверху нельзя, да, снять? Ну, ладно. Это кто? Денежка? А еще можно? Еще хочу.
Так, подожди. Свечку можно взять? Блядь, заебите. Взяли свечку. О, фонарик. Есть контакт. А, что здесь произошло? Ёбушки-то воробушки. Ну нихера тут. Заперто. Так. Нужны детали, чтобы запустить его в работу. Какие, блядь, детали? Провод какой-то, что ли, надо? По идее, да. Наверное, какой-то провод. Фу, мясо. Протухшее мясо. Здесь ничего нет? У тебя ничего нет, чувак? Так, это что? Угу, понятно. Так, провод. Подожди, ну-ка, сюда. Оно, а куда она ведет? Так, отлично. Думаю, это можно как-нибудь запустить. Не, ну я не спорю, но как-нибудь можно, только как? Водичка, тут ничего. А здесь что? Еще водичка. Подожди, подожди, что там? Опа. Газ. Газ подобрали, ядрить, колотить. Так, здесь ничего нет. В ведрах тоже ничего нету. Каску можно взять? Можно взять каску или нельзя? Ну и чё? Сигареты. Сигареты, которые не нужны. Бочка, шуруповерт, нельзя. Всё лежит такое полезное, а ничего взять нельзя. Хорошо. Газ получается сюда, что ли? Здесь есть что-нибудь в углу? О, бензин. Так, бензин. Хорошо. Хорошо, сейчас запустим генератор. Вам нужны детали, чтобы запустить его в работу. Да какие, бензин есть, ёпта. Ключ там есть. Чё он от меня ещё хочет? Какие нахер детали, блин? Я же всё взял. Мясо туда сейчас кинем, нет? Электрощитовая, я так понимаю, была такая же, нет? Блин, я что-то, наверное, невнимательно смотрю. А это что? Лопату взять бы, да? Так, ну он на нее подключен. Ну а что, подожди, а что еще тогда взять? Фу, там вода грязная. Что еще-то надо? Нет, туда нельзя. Да ёпта, сядь! Цыгель! Туда нельзя. Здесь мы подобрали этот... газ или что там, блядь? Херню какую-то, короче. Непонятную. Что мы подобрали? Какой-то баллон с газом. А дальше-то что? А дальше-то что? А дальше ничего. Может, каску, блядь? Может, небезопасная работа? Нам надо одеть каску. Нет, непонятно. Это можно как-то запустить. Ну я, блядь, уже все подсоединил туда, но... Может быть... Блядь, в бак как-нибудь налить, я не знаю. Ну, бензин не берется, он на автомате все идет. Может, бензин где-то есть?
Есть бензин? Бензин! Алло! Нету бензина. Канистра-то есть, но я думаю, она, наверное, не пустая. Чё-то точно не было. Уж я реально чё-то... Блядь. Залезь ты, дурак. Реально, может, чё-то пропускаю? Warning, do not step on the water tank. Ну, блядь. Кто? Это... Я что-то не понял. Опять подсказка. Подсказка только через 2 минуты. Блять, лопату дай. Дай лопату. Я лопатой просто перехуярю всех, и все. И все будет нормально. Нет. 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 Мне кажется, я в темноте просто что-то не замечаю. А, во. А, подожди, а зачем-то что-то вторая, это что за вторая канистра? Это тогда топливная, ой, топливная точно канистра. А что за вторая канистра была? Непонятно. Ладно, хорошо, есть контакт. Есть контакт, запустили. Вот еще бы свет бы запустить. А, вот так вот, да? Да, нормально. Бегали, бегали, бегали. И в итоге что-то нашли. Хорошо, горит. И что нам дало, подожди? Что-то выпало оттуда? Не, нихуя? Вообще нифига. А, дверь открылась, ёлк-то. Тут решил открыть двери. Так, и что у нас здесь? И что здесь у нас? Мясо, 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 протухшее мясо, везде протухшее мясо. И куча-куча всякой... лабуды. Ты кто? Никого. Дверь нельзя открыть. Ключик, от чего ключик? Нет, от этого, по-моему, дверь... Она это, не функционирует. Опа. Нормально, девки пляшут. Погнали. После побега от сектантов я нашел убежище в этом доме. Живут здесь... А, живу здесь уже чуть более 3 месяцев. Все это время здесь было тихо и спокойно, но этой ночью кто-то запер мою дверь. И по дому раздались странные голоса. Еще, блядь, дождь хуярит по крыше и нихуя не слышно. В целом, я не верю в сверхъестественное. Но днем я нашел какую-то странную книгу, в которой говорилось о демоне, живущем в этих местах. Так, ну здесь уже светло, уже хорошо. Вот дожди, конечно, прям-таки... Доска. Доска, 2 соска. А, нужно доски, чтобы укрепить дверь. Сейчас найдем доски. Сейчас все найдем. Там что, нету досок? Нету, там нет. Так, еще одна доска. Нет, это не доска. Что было? Что было? Алло? Было же что-то. А. Какой-то череп, скелет. Блять, дайте, пожалуйста, фонарик. Чуть-чуть подобрал. Не пойму. Чего? Мне нужны ингредиенты. Ну, хлебушек возьми. А, вот доска еще. Так, нужны доски. Еще доски, что ли? Это сколько можно-то?
Давай лавку разъебашим, блин, и все. И будут там доски. Не вижу я больше досок. А, вижу. Все, дверь заперта, заебись. Какие-то ингредиенты ему нужны теперь. Я не знаю, что ему надо, чтобы для приготовки. Ты что? Повар какой-то. Контейнер для проведения ритуала. Подожди, не понял. Нет, ничего не дает. Молоко, хлеб. Так, печь, на ней может что-то приготовить. Я понял. Здесь что-то может быть, нет? Баночки всякие, хуяночки. Блядь, темно, ни хрена не видно. Какой-то ритуал. Чё он хочет от меня? Ещё какая-то кость. Ещё что-то одно, да? Сверху там нет ничего? Вроде ничего нет. Шапка, смотрите, какая интересная. Так, дверь закрыта, понятно. Там ничего нету, может быть, там где-то. Под ковром, может быть, нет? Здесь, может, что-то. В бидоне. Да нет ни хрена здесь, что вы хотите от меня, ну? Пёрка. Дайте свет, и все будет хорошо. Я найду все, что нужно. Без света я найти не могу. Без света очень темно, очень страшно это. Это шкура, что ли, какая-то? Или дерево? Ну, яблочко давай туда кинем. Чайничек там нальем. Чё? Чё нет-то, если да? Платежки всякие сушатся. Блять, ни хрена не видно. Там есть кто-то за окном? Алло? Чё-то я ни хрена не вижу. Ингредиентов, ещё проведение ритуала какие-то, блядь, что-то приготовить надо. Что-то я туда еще слил в этот контейнер, блядь, хер поймешь, чё, блядь. Непонятно! Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, и нам становится, друзья, очень страшно иногда. Это не открывается здесь. О, нормально так спрятали. Ну ладно, жарься. Жарься, пекись. Я подожду, я не спешу. Я погреюсь как раз-таки. У меня все нормально. Еще так долго-то? Ну, быстрее. Хлебушку пока можно погрызть. Нет, не дает ничего. Я так понимаю, надо демоны вызвались, что ли? Ну, или там... сделать так, чтобы он исчез? Блядь, печется еще, еще печется. Все, напеклось? Нет? Сука. Может, дров подкинуть? Эй, алло, дрова. Нет, все еще печет. О! Приготовилось. Сюда, что ли? Сюда. Печь можно закрыть? И что дальше?
Дальше ложиться спать или что? Что я сделал-то? Куда теперь? Куда таз делся, блин? Ёбаный в рот. Блядь! Хорош. Свет вырубил, ядрить колотить. А где свет включить? Чё ты нервничаешь, дядь? Хорош, слышь, дядь? Дома нет никого, иди нахер! Блять! Смотреть можно было? Заперто же. О, миска. Мне нужно найти еду. Блять, а доски обратно зашить нельзя? А где я тебе еду найду? Я не видел нихуя гостей. Хлеб могу дать, хочешь? Песик. Нет нихера тут. Ни корма, ничего нету. Чё ты хочешь-то, пес? Блять, да хорош, блять, это гроза всего лишь. Ё-моё, а я тут это... Пугаюсь. Не страшно же. Сено чё-то хочешь. Чё хочешь-то? Еду, блять. Нихуя себе такие деловые. Еду ему нужно найти. Тише там, а? Что там свет где-то? Все фонари попиздили, ну? Где я тебе еду найду? Что тебе надо? Какой еды тебе надо, пёсель? Опять-нибудь где-нибудь запрятали, хер знает где найти, да? Стопудово, надо каждую лазейку искать. Вон, мы там косточку с вами нашли какую-то непонятную. И здесь, наверное, все надо искать. И в кровати где-нибудь, под подушками, блин. Может быть, еще веником вымести. Нет? В пивных бокалах явно ничего нету. Хорош, погоди. Не рычи. Я еду ищу, собаки. Хотя у меня нет собаки, да? Ха-ха. А где я еду тебе найду, ну? Нет ни херашечки. Ни херашечки тут нету. И ни херашечки я тут не вижу. Табуретку встать? Не, ни хрена. Да чё это, я не понимаю, полка что ли такая? Чё надо так? Да хорош. Сейчас я иду найду собаки и будем с тобой что-нибудь делать. О. Косточка. Блять. Песель, здрасте. Я же говорю, здесь надо искать все прям вот досконально, потому что здесь вот, во-первых, темная игра. И может быть всякая херня лежать там, где не предскажешь это. Это что так темно-то? Иногда люди понимают, что они находятся во сне. Так ли это сейчас? А хуй его знает, так ли это сейчас или не так. Как говорится, сейчас и узнаем. Так, ну ладно, куда пойдем? Пойдем сюда. Я так понимаю, это лабиринты. Тупик. Заебись.
А, это мои следы, да? Угу. То есть мои следы вырисовываются, чтобы понимать то, что мы зашли куда-то и где-то ходили. Закрыто, ебать, копать. Открыто. Ну, пойдем. Пойдем вот сюда сначала. Пойдем вот сюда сначала. Да здесь, я так понимаю... А, не, не тупик. Не тупик. Мы пока идем вроде как в правильном направлении. Страшно! Страшно. Блин, я вот сейчас охренею, если мы сейчас до тупика дойдем. Ну, вроде нет, вроде пока бежим. Тупик. Блять, куда идти? Давай сюда пойдем. Вот сюда на свет, хочу на свет. Тихо, успокоилась. Она успокоилась. А здесь тупик. Заебись. Пошли, называется. На свет. Никогда не идите на свет. Пойдем по прямой. По прямой, наверное, тупик тоже. Короче, здесь, я так понимаю, надо выход найти. И следы эти помогают. Блять. Следы помогают тому, куда мы ходили, то есть. И где мы были, где мы не были. Куда наша нога была хожа, а куда не хожа, да? Там, где рожа, там не хожа. Значит, здесь ничего нету, значит, сюда. Значит, сюда. Все, все очень немножко просто, прозаично и непонятно. Понятно. Выходим отсюда. Здесь пусто. Здесь ничего нет. Так, ладно, хорошо. Нет, так нет. Выходим обратно. Там главное не запутаться. А я, кажется, уже запутался, нет? Или нет, или запутался, или да. Нет, не запутался. Выход, 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 выход есть. На свет. Нельзя ходить на свет, но мы пойдем все-таки в сторону света, потому что здесь что-то интересное, наверное, есть. Звуки странные. Сказал, блять, тупик. Я же говорю, не ходите на свет. А мы идем на свет. Свет приводит нас к тупику. Кстати, второй раз уже приводит нас к тупику. Это уловка. А что, я дверь не увидел? Это наша уловка, друзья, сорян. Время позднее, записываю поздно, поэтому... Вот эту комнату надо найти, я так понимаю, или что? Что я нашел? Ты что подобрал-то? Ключ-карту, что ли, какой-то? Ну да, ключ-карту подобрал. Угу. Зашибись. Это же прекрасно. Да, здесь нету этого. Тап не работает. Стул исчез. Ебать копать. Что там? Двери. Идем к двери. Угу. Пришли к двери. Пиздец. Блять, микрофон. Не лагайте, пожалуйста. Не тупи, микрофон. Хорошо. Здесь нет света, значит, здесь есть свет. Здесь? А, не тупик. Пока, пока не тупик. Сука. Ходите на свет. Он вас приведет к тупику. Ку-ку-ку. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. И нахуй мы сюда пришли, тоже непонятно. Сука. Сука. Опа, дверь.
Так. Так, продвигаемся дальше. Ключик. Радио, наверное, надеюсь, больше не будет работать. Ну его нафиг, это радио. А, кстати, мы такой в комнате примерно были, да? Примерно в такой комнате были. А это, я так понимаю, жена и ребенок, которые они тогда уехали и... Будет сама. Так, здесь ничего нету, значит, нам надо идти в сторону. А это типа он. Типа он, это типа я. Так, хорошо, открываем дверь. Двигаемся дальше. Куда? 100-500 дверей. И нифига пока что ничего нету такого. Я не пойду на свет. Я на свет не пойду. Я больше не поймаюсь на эту уловку, сука. Надо было идти на свет. Ай, ну ладно. Ладно, пойдем на свет. Хорошо. Хорошо, как хочешь. Если ты хочешь, чтобы мы шли на свет, мы пойдем на свет. Тупик? Да ладно, не тупик. Нихера себе. Ладно, хорошо, бежим дальше. А куда бежать дальше? Хер его знает. Только стен. Только стен. Так, значит, где-то мы уже что-то где-то рядом. Если такая если такие звуки проходят. Страшные. А может быть, просто кто-то... Что-то делает. Подожди, я не понимаю. Я просто бегу. То есть куда-то по интуиции просто тупо бегу. И все. Здесь я еще не был. Следов-то нет, значит... Еще здесь не был, значит, вроде как, значит, свет идет в правильном направлении. Пока что. Не дай бог будет тупик. Это будет очень долго потом бежаться обратно. Давай сюда пробежимся. Я так понимаю, здесь тупик, да. И пойдем, значит, туда дальше. Ну, на всякий случай. Сюда можно пробежаться. Здесь... А здесь не тупик. Здесь 1500 ходов. Тихо, тихо, тихо. Воду кто-то сливает в туалете, ну. Ладно, хорош там. Смыли воду и все. Ядрить колотить. Блядь. Вы представляете, мы бежали с вами и воткнулись в тупик. В принципе, я бежал и ожидал этого, но дойти до конца все-таки надо было и проверить. Пока не проверишь, не поймешь. Правильно? Правильно. А вдруг там что-то было бы интересное, а мы бы с вами это потом не увидели. Туда я бегал. Значит, сюда. Пойдем на свет. Пойдем на свет, хорошо. Поверим свету последний раз. Последний раз поверим свету. Если свет ведет, пока без тупиков... Значит, пока вроде как правильно. Идем. А там черт его знает. Больше свет нигде нет. Вот поверили свету последний раз. А он нас взял и обманул. Вы представляете? Вот как после этого верить свету? Или свете? Никак. Пойдем в темноту. Темнота тоже приводит. Значит, здесь вот. Сюда точно ничего не приводит. Так, туда мы ходили. Топали. Здесь что? Что-то есть. Здесь что-то есть. Хорошо. В принципе, вроде как мы... По сути... Правильно? Чешем. Ну, по сути. А может быть и неправильно. Опять же, здесь подсказка сейчас совсем, ну, явно, я думаю, неуместна, потому что даже если... Блять, вот, что я уже запутался, где мы ходили. Отсюда мы пришли. Да, отсюда мы пришли. Там все мы истоптали. То есть по следам надо смотреть, как что происходит. Даже здесь не ходили. А как так?
Приходили. Теперь ходили и поняли, что здесь тупик. А здесь что? А что здесь? Тупик. Все, все, все. Хотя бы обходили, хотя бы поняли, что здесь ни хрена нету. И мы, значит, идем с вами обратно. И свет нас в очередной раз обманул. Просто взял и обманул. Ладно, пойдем обратно. Здесь следы только идущие вперед. Это странно, что как-то он проскочил. Я вроде не прыгал. Здесь тупик. Сюда. Пойдем сюда. Блять, тупик. Ядрить, колотить. Обратно, что ли, идти? Пойдем обратно. Пойдем обратно, ладно. Только оббегали. И все зазря. А представляете, и все просто зазря. Только тупик. Ну, здесь не бегали. Давайте сюда. А, наверное, пролеты, я понял, что это были. Да. Так, я не пойду на свет. Я больше не куплюсь на него. Хотя, по идее, надо на свет идти. Ну, по идее. Вроде свет ведет к лучшему, да, там? Нежели в темноту. Но сколько раз он обманывал нас? И еще раз он нас обманул. Я в шоке, друзья. Я просто в шоке. В шоке от такого. Туда ходили. Значит, идем обратно. Значит, эта дверь нам не нужна. Не та дверь была, которая нам нужна была. Там ходили, там топали, столько следов уже. Все, истоптали мои кровавые ноженьки. Ну, по крайней мере, я в ботинках, это уже хорошо. И все еще истоптали. Надо было сразу прямо сюда идти. Так, подожди. Давайте пройдемся. Хорошо, все. Это чтобы определиться, чтобы понимать. Так. Идем. Ну, по крайней мере, дверь какую-то нашли. Уже хорошо. Уже что-то. Блядь, сука. Опять тупики. Типа, всюду тупики. Ну, что это такое? Ну, кто строит такие... Не знаю, что это. Подвал или что это? Ладно. Оттуда пришли. Точнее, мы там ходили. Там был тупик. Я пойду в темноту? Ну ладно, не пойду в темноту. Да, хорошо. Двигаемся дальше. Сейчас какой-то хер... будет, сука, блядь! Ёбаный ваш фонарик, блядь! Чего там, блядь? Выключи свет! Фу! Ебануться. Туфли гнутся. Нельзя так пугать на самом деле, а представляете, сердечный приступ на стриме будет. Это же пиздец будет, друзья. Но ощущения кайфовые. Когда пугаешься, такой... Такой экстримчик поднимается прям. Так, хорошо, что здесь. Давайте облутаемся, полазим. Ключик какой-то нашли. Какой-то нашли ключик. Ключик от чего? Розовая бочка. Ядрить, колотить. Все красные, а она розовая. Ну, ё-моё. Особенная бочка. Особенная. Так. И от чего был ключ? Опять двери, опять куча дверей. Опять, наверное, тупиковые все. Опять везде свет, значит. А где свет, там тупик. Да. Да, конечно. Конечно. Я уже иду с таким настроем, что там, где свет, там тупик. Потому что по-другому нельзя. Никогда не ходите на свет. Ходите в темноту. Здесь тоже, наверное, тупик. А, нет, здесь дверь. Thank you.
и труп в мешке. Ладно. У вас что-нибудь есть здесь? Ценное такое? Нет, ничего ценного. Мне нужно что-нибудь ценное взять. Что-нибудь важное для этого квеста. О, спасибо. Спасибо! Так. А вот это другая дверь. А там что? А там тупик. Там, кстати, другая дверь. И вот это другая дверь. Тупик. Хорошо, двери не закрываются. Да? Да. Опа. Пришли как-то. Как-то ходили и такие, опа, пришли. Воротки. Еще один ключик подобрали. Здесь больше ничего такого нет, да? Ладно. Куда бежим? Куда идем? Долгий коридор. Ну пока, значит, правильно идем. Если находим ключи... О, блядь. Находим двери, значит, мы идем в правильном направлении, поэтому... Пока как бы бояться нечего. Вот вопрос. Эта дверь открылась, а зачем она открылась? Или я что-то пропустил? А, во-во-во-во, вот сюда я пропустил. О! А вот и все. С вами был Сергей Воблен, канал Биндасов Гейм. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии и прочее. Всем пока.